все три конкурса, которые мы провели, все работы, которые здесь представлены, построены, самые высокие оценки. Благодарны вам за ваши творческие успехи, за то, что вы сумели проявить и раскрыть свой талант. Три конкурса. Первый конкурс это был проведен для жителей Гарден Парк Италия. Я говорю Гарден Парк Италия, он проводился в социальных сетях Facebook и Instagram. Нам бы хотелось отметить работу Андрея Царёва. Он набрал уже в самые последние дни практически 140 лайков. Мы хотели бы вручить ему поощрительный приз и пригласить главную участницу его проекта. Наверное, это его дочь. Хотелось бы, чтобы она вышла к нам. Я знаю, что она здесь. Как тебя зовут? Ты часто гуляешь? Нравится? А нравится дом, в котором ты живешь? Очень важно в наше время обладать не только хорошей, комфортабельной квартирой, с хорошей отделкой, с хорошей мебелью, но еще очень важно, чтобы окружение дома было удобным для жизни. Очень важно обращать внимание на ту среду, в которой мы живем. Гарден Парк Идальго в этом смысле отличается в лучшую сторону очень и очень сильно. Мало того, что сами дома очень примечательные, красивые и заметные, компании «Крост» удалось создать в этом микрорайоне достаточно комфортную среду для проживания не только взрослых, но и детей. Мы очень признательны компании, что у нас есть возможность гулять на оборудованной территории, на которой есть детские площадки, песочницы, собственно, очень хорошие газоны. И надеемся, что компания «Крост» на этом останавливаться не будет, что она будет дальше, собственно, строить дома лучше, больше. Ну, может быть, доступнее. И победитель конкурса Олег Овчурин. Вам получается камера GoPro. Я на самом деле увлекаюсь фотографией, занимаюсь этим, конечно, не профессионально, но еще на этапе выбора квартиры, когда мы ходили по комплексу Гарден Парк со связкой из ключей от 8 или 10 квартир, выбирали квартиры на высоких этажах, и просто попав в свою квартиру, в будущую нашу квартиру, мы просто поняли, что это ёкнуло, и мы просто поняли, что вот эта квартира с 5 окнами, видовая совершенно, это то, ну, что мы искали. Вот, и постить в соцсети, я активный достаточно пользователь, фотографии нашего дома, наших там входных групп, самой квартиры, хода ремонта мы начали еще, ну, примерно год назад. Сам дом нам напоминает с Дианой Музой, он напоминает по стилистике, по своей Нью-Йорк. Небоскребы Нью-Йорка, построенные в 30-е, возможно, годы. Это темно-красный кирпич, узкие окна, но большое их количество. Очень-очень похоже на город, который нам безумно дорог. Мы переходим ко второму конкурсу. Я люблю Гарден Парк. Гарден Парк Италия. Это конкурс здесь представлены не все работы, так же, как и в первом конкурсе, потому что конкурс проводился в соцсетях, и те, кто уже откликнулся и прислали именно нам фотографии, мы могли сделать определенные планшеты и пригласить на номинацию на вручение. И победителем данного конкурса является Денис Рогозин. Он набрал самое большое количество. Узнали о конкурсе и, собственно, поехали туда, не имея никакой конкретной идеи. Просто вот здесь как раз два корпуса образуют коридор, и мы увидели, первое, что мы увидели, когда приехали, это был наш дом, который, собственно, сейчас строится. С идеей Follow Me знакома, она сейчас популярна в интернете, и я как раз Софью держал за руку и подумал, что будет отличный кадр. Возможно, именно с ним мы победим. Так и случилось. Причем это был первый снимок, мы делали там еще, может быть, ну, несколько десятков, и самый первый оказался самым лучшим. Кстати, это наша первая квартира. И следующий конкурс «Жизнь в цвете», который проводился в нашем комплексе «Арт». Третье место за участие в данном конкурсе получает Татьяна Мокина. Второе место – Дмитрий Крюков. И вот,
работа, направленная о своем сыне. Являюсь участником фотоконкурса «Арт жизнь в цвете». Соответственно, здесь есть мои фотографии. На фотографиях мой сын, моя собака, вот территория нашего комплекса. А когда делал эти фотографии, главной целью было, чтобы они соответствовали заданию. Конкурс называется «Арт жизнь в цвете». Поэтому на фотографиях старался показать как можно больше жизни. Для этого как раз отлично подходит маленький ребенок. И как можно больше цвета. И что приятно, с цветом у нас на территории как раз все хорошо. Есть где его найти и запечатлеть. Вот. Поэтому здесь мы можем увидеть и много цвета, и много жизни. Также благодарность хочу участникам фотосъемки выразить. Вот. И моей жене, которая всячески мне помогала, кидала листья, привлекала внимание ребенка. Что очень рад, что поучаствовал, и мне было очень приятно и интересно. И главный приз – камеру, профессиональную камеру получает Екатерина Ступина. Ура! Я жительница второго корпуса жилого комплекса «Арт». В будущем известный модельер, очень надеюсь на это. А сейчас моя одна из первых коллекций связана как раз-таки с жилым комплексом, где мы приобрели квартиру недавно. Вот мои работы. Эта коллекция называется «Слезы капали». Вдохновила меня на эту коллекцию, наш жилой комплекс. И в будущем я решила сделать фотосессию. И так совпало, что как раз проходил конкурс. И, в общем-то, что принесло мне победу. Коллекция называется «Слезы капали». Казалось бы, такое грустное название, наверное, но в моей коллекции использованы только яркие краски, и я хочу, чтобы у людей слезы капали только по счастливым случаям, от радости, и были вот такие вот яркие, жизнерадостные, счастливые. Ну и, в общем-то, так получилось, что коллекция моя сделана, наверное, в одной теме как раз с нашим комплексом. Вот, и как бы такая, может быть, новая тема в моде. Создавать коллекции свою одежду под цвет своей квартиры, может быть, дома. В будущем я мечтаю продолжить эту тему. Посмотрим, что из этого получится. Дорогие друзья, я прошу прощения, я совершенно забыла вручить поощрительные памятные подарки участникам конкурса «Я люблю Wilton Park» и, соответственно, «Арт жизни в цвете», пожалуйста. Инна Исмаилова. Никита Куроленко. Оксана Хазанова. Елена Полисеева. Антон Смирнов. Все работы, которые вы представили, которые у нас сейчас есть, мы сделаем экспозиции в выходных группах в каждом жилом комплексе. Вы, ваши друзья, ваши соседи смогут увидеть вас. Мы обязательно сделаем все подписи, которые вы прислали, мы ждем ваши пожелания. И в течение там, определенного там, количества времени можно будет увидеть работы в жилых комплексах. Сейчас, пожалуйста, угощайтесь. Спасибо.